Снова добрый вечер, уважаемые телезрители. У нас серебряный призер Кубка России Любовь Шутова. Ну, какие ощущения от победы? Больше расстроены или больше рады? Я вообще очень рада, потому что это первое соревнование в этом сезоне для меня. Вот. Готовилась я не в полную силу, не с командой, поэтому я безумно рада своему успеху. Вот. Как вообще ощущаете себя на первых соревнованиях? Как входите в новый сезон? Ну, хорошо ощущаю. Физически, в принципе, нормально, есть там приемы, но физики не хватает, скажем. Какие планы на дальнейшие соревнования? Где будут главные старты, можно так сказать? Ой, я даже не знаю, ничего не хочу вам говорить, поэтому пусть это будет для всех загадкой. Хорошо, поздравляем вас с победой. Успехов в будущем. Спасибо большое. Спасибо.